Привет, в этом уроке мы с вами пройдем must, mustn't и needn't. Must and mustn't. You must do something. It is necessary that you do it. Ты должен сделать что-либо. Это нужно, чтобы ты что-то сделал. Кстати, забыл сказать, это должен, не должен и не нужно. Здесь должен и не должен. Вот. Ты должен что-либо сделать, это значит, что нужно, чтобы ты сделал это. Don't tell anybody what I said. You must keep it a secret. Не рассказывай никому, что я сказал. Ты должен держать это в секрете. Или хранить это в секрете. We haven't got much time. We must hurry. У нас мало времени. Мы должны поспешить. You mustn't do something. It is necessary that you do not do it. So don't do it. Ты не должен делать чего-либо. Нужно, чтобы ты что-либо не делал. Так что не делай этого. You must keep it a secret. You mustn't tell anyone. Equals don't tell anyone. Ты должен держать это в секрете. Ты не должен никому говорить. Не рассказывай кому-нибудь. We must be very quiet. We mustn't make any noise. Мы должны быть очень тихими. Мы не должны делать никакого шума. Вот, не должен никому говорить. И мы не должны делать никакого шума. Теперь needn't и don't need to. Не нужно и не обязан делать что-либо. Или не нужно тоже. You needn't do something. You needn't do something. It is not necessary to do it. Тебе не нужно что-либо делать. Не нужно, чтобы ты делал чего-то. Но если хочешь, ты можешь это сделать. But you can if you like. We've got plenty of time. We needn't hurry. У нас очень много времени. Нам не нужно спешить. It is not necessary to hurry. Вот, то есть не нужно спешить. Joe can stay here. He needn't come with us. Joe может остаться здесь. Ему не нужно идти с нами. It is not necessary for him to come. То есть ему не нужно идти. You can also use don't, doesn't need to. Вы также можете использовать don't или doesn't need to. We don't need to hurry. Нам не нужно спешить. Remember that we say don't need to do, doesn't need to do, but needn't do without to. Запомните, что мы говорим don't need to do, doesn't need to do, но needn't do, то есть без to. Теперь needn't have done. Needn't have done — это вообще для прошедшего. То же самое, что и needn't, но для прошедшего. Study this example situation. Situation. Изучите эту примерную ситуацию. Hello, can I reserve a table for two, please? Здравствуйте, можно забронировать столик? Могу ли я забронировать столик на двоих? Это он говорит, звоня в ресторан. Later, позже. We needn't have reserved a table. О, нам не надо было, оказывается, бронировать столик. Можно было и не бронировать столик, оказывается. Почему? Потому что, сами видите, здесь много пустых мест, и, в принципе, можно было не бронировать. А вот описание ситуации. Paul and Sue decided to go to a restaurant. They reserved a table. Пол и Сью решили пойти в ресторан. Они забронировали столик. But the restaurant was almost empty, so they needn't have reserved a table. Но ресторан был почти пустым, так что им не надо было, оказывается, бронировать столик. They needn't have reserved a table equals they reserved a table, but this was not necessary. То есть им не нужно было бронировать столик, равно они забронировали столик, но это не было нужным.
но это не было нужно. Compare needn't do and needn't have done. Сравните needn't do и needn't have done. То есть не нужно делать и не нужно было делать. Everything will be okay. You needn't worry. It is not necessary. Все будет хорошо, ты не должен переживать. Everything was okay. You needn't have worried. Все было замечательно, тебе не надо было переживать. Здесь говорят, тебе не надо переживать сейчас. Про сейчас, да? Потому что все будет хорошо. А здесь тебе не надо было переживать, потому что все было нормально. То есть вот needn't have worried это для прошедшего, а needn't worry это для настоящего. И здесь еще, вот, здесь просто не нужно переживать, да? It is not necessary. А здесь, you worried, but it was not necessary. Ты переживал, но это не было нужно. Вот, в прошедшем. Теперь, needn't have done and didn't need to do. Не нужно было делать чего-либо. И не обязан был делать чего-либо, или тоже не нужно было делать чего-либо. He needn't have done something. He needn't have done something. He did it, but now we know that it was not necessary. Ему не нужно было делать чего-либо, равно он сделал это, но сейчас мы знаем, что это не было нужно. Why did he get up at 5 o'clock? He needn't have got up so early. He could have stayed in bed longer. Почему он встал в 5 утра? Ему не надо было вставать так рано. Он мог бы остаться в кровати дольше. He didn't need to do something. It was not necessary to do it. Ему не нужно было делать чего-либо, то есть это не нужно было делать. It does not matter whether he did it or not. То есть это было без разницы. Это без разницы, сделал он это или нет. Просто здесь говорится, что ему не нужно было делать это. He didn't need to get up so early, so he didn't. Ему не нужно было рано вставать, поэтому он и не встал. Поэтому, да, он и не сделал так. He didn't need to get up early, but it was a beautiful morning, so he did. Ему не нужно было вставать рано, но это было красивое утро, поэтому он встал. He didn't have to is also possible in these examples. Вот это he didn't have to тоже возможно в этих примерах. Вместо didn't need to. Ну, короче, смысл в том, что здесь мы говорим, ему не нужно было чего-либо делать, хотя он сделал, а здесь он может сделал, а может и не сделал. Но главное, что мы говорим, что не нужно было это ему. То есть он не был обязан делать чего-либо. Или вот didn't have to, он не был обязан что-либо делать. Здесь фокус на то, что это было не нужно. А там сделал он это или нет, это нам уже без разницы. Это все из грамматики на этот урок. Для закрепления можете сделать вот эти вот упражнения. Сейчас я их покажу. А в следующем уроке, может быть, мы с вами пройдем should.
То есть следует или нужно. Первую часть. Спасибо за внимание. Пока.